Если смотреть от пирса и от зала на острову, от дворца, то стоит пустая сетка, кусты, и мы идем по дорожке, по тропинке, где могут ходить гости. Подходим к маяку. А на той стороне турецкая баня. На смотровую площадку маяка подниматься можно, но не самый верх, а вот до первого уровня. Пару шагов получу клювом. Нет, лучше уйду.